Ты куда побежал? Как вам такая температура? Вот вам и настало 19.11. Так, плюс у нас появился ветер. Мне Ашот говорит, что у нас там такая же температура, как вчера, да? Ну, уже не замерзли, ребят, то есть, по приметам. Минус один. В пятихатках тепло, наверное. В низине. Да, я вижу, зимняя майка, труселя, вентиляцию забрали у тебя с майки. В машине уже вообще тепло, уже 11 градусов. Вообще тепло в машине. О, какие столбики красивые. Это море дает последнее тепло, Ашот, и прощаемся с ним. Так, это у нас тут вчера трактор ездил, который я показывал на трансляции, вытаскивал бочки из, так сказать, песка, в которую сливали какофонию, когда выходили в туалет где-либо. Их потом забывали постоянно вытащить, и вот, видите, приехали, повытаскивали. Слушай, ну тут не так сильно продувается, на самом деле, как этот. Он у меня возле дома. У меня там прям ветер такой, блин. Я думал, что сегодня все. Ну, вон птичку продувает. Да, ей тяжело лететь. Не каждая птица долетит до середины дюн в зимнее это время. Середина может сильно. Да-да-да-да-да. Ух, ух. Вообще, как ощущения? Ты так ждал просто холодов. Когда голова они придут? Болит. Надо купаться быстрее идти. Слушай, ну это, наверное, на погоду что-то меняется. У меня тоже что-то с утра сегодня. А может, просто заболели? Да? Смотри, какая красота. Ну, даже рассвет просвечивает. Рассвет – это, так сказать, мелочи жизни. Смотрите, волшебный город как-то появляется в дырке. Мордор. Мордор. Цианапор, як Мордор ты тут, який Мордор? Летом одни эти самые. Морды. Да, за все бабки просят. Лед 2 рубля за кубик. Мордор настоящий. Слушай, ну красиво. Люди мучаются, выходят в жару, потные, валяются на этом пляже, обгорают. О! Не жизнь, а мучение, да? Да. Ой. Я понимаю, вот сейчас вот быстро искупался, замерз, домой быстренько заскочил, отогрелся. Нормально, а вот это на жаре. Мучаетесь. Да. Ребят, вы не в то время приезжайте, по Ашоту мнению отдыхать. Надо сейчас. Ух ты, вон весь еще один из Мордора. Сейчас покажу. Смотрите. Это вот рыбак, который здесь уже был 100%. Он типа припарковался, его не видно. Посмотри, правда, как можно. Столбы, столбы везде. Ну, красиво. Ну, это, блин, что ты хочешь. Вот если мы туда доплывем, там будет классно. Я сегодня вроде камеру подводную не забыл, так что мы сегодня должны вместе с вами туда сходить. Мне нравится, как ты так медленно, вальяжно ходишь к пляжу, а потом обратно очень быстро убегаешь. Да ладно, вы думаете, что такое холодно, Ашот? Ты ж как ты говорил, холод в голове. Отключай голову. Наслаждайся морем. Ну во, все. Сейчас полчаса постояли. Блин, я честно даже не верю, что мы сегодня с тобой пойдем купаться. О, мне показывают минус ноль. Может, он ниже не показывает, только вот все, минус ноль. Летний градусник. А не, минус 0,1. Ну, честно, минус 1 мы видели с вами. То есть возле воды должно быть даже потеплее. И давайте еще раз вот так вот. Ой, кашляешь ты, Ашот, вообще как будто в Мордоре, действительно. Вот такая красотища просто. Необычные такие. Виды на наш любимый город. Такого не каждый день увидишь. Ну, доброе утро, морешка! Даже не знаю, как сказать по-другому. Я счастлив, что я до тебя дошел. Руки у меня уже мерзнут прямо здесь и сейчас. Всему телу остальному как бы хорошо. Но вот рукам
прям прохладно. Потому что все остальное тело закрыто. А, вот смотрите, минус 0,4. Сейчас посмотрим, сколько водичка. Холодная очень водичка, вам честно скажу. А что, ты не мерзни, потанцуй пока так давай. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. В воде гораздо холоднее, честно, чем на улице было. Ракушечки какие-то интересные валяются. Так, ну, ждем воду. Так, 8,6, друзья, температура водички. Ну что, друзья, мы решились, а что он предлагал не ходить. Он сказал, давайте пойдем уже домой, уже пока. Все отлично, хватит, да? Так, все, давай, берем себя в руки, холод только в голове. Ребят, такая жара, жара, просто приезжайте, смотрите, море от жары испаряется. Подмышки пахнут. Блин, как тебе такие интересные идеи приходят в голову? Это листик, блин, я испугался. Думаю, что-то на меня плывет. Это всего лишь осенний листик. Так, 8 утра ровно. Долго это сколько? Полчаса? Не знаю, она у меня чуть. И все, ты ушел? Нет, да, ты меня бросишь отдал? Я же там лечебных целях принимаю ванну. Ну вот, дожились. А я-то думал. Многие думают. Надеялся и верил. Ну ты как-то быстро ходишь, слушай. Так мне тоже холодно, но ты как-то очень быстро ходишь. Или я стал медленно ходить. Слушай, я уже ног не чувствую. Куда мы идем? Ну да. Я предлагаю поменять, может, пляж на каменный, там вообще легко. Что, ко мне завести? Пацану попросить, завезите. Ну давай. Как хорошо. Вот многие говорят, почему ты, Юра, смеешься по утрам со шоном? Потому что тут пипец, плакать хочет. Я не знаю, да, что есть колокол, он звенит. Дын-дын, дын-дын. Минус один, Анапа, мы в море. Мы в море, Анапа. О, как хорошо! Вот оно утро. Ух. Блин, тут еще ветер начал поддувать, туман вокруг. Это вон оно, мамы и папы, море, воды без. Девушки, парни, кепки, панамы, вот он и остров. Лето в Анапе, мамы и папы, море и желтый песок. Девушки, парни, кепки, панамы, вот он, любви остров. Вы были в Анапе, значит, вам известно, что каждый третий, по сути, считается местным. Все тут в дяде, высоко из всех, нас объединяет практически всех. Если вдруг кому-то нужно указать дорогу, мы же местные, конечно, придем на подмогу. Мы дружно скажем, что ты в нужном направлении, хотя куда идешь, ты понятия не имеешь. Сколько отдыхающих, столько и разливай. Но со спиртным по городу нельзя, это все знают. Шары залиты, а в руках лишь бутылка колы. Дружище, мы знаем эти приколы. Как договориться с товарищем полицейским, не спалиться, что оказывается ты не местный. Взять другую, позвонить другому полицейскому. Только так этот вопрос решится по местному. Мамы и папы, море и желтый песок. Девушки, парни, кепки, панамы. Лето в Анапе, мамы и папы, море и желтый песок. Девушки, парни, кепки, панамы. Вот он, любви остров. Огонь! Много аттракционов, лишающих. Ух, ребята, руки колеют просто. Куда их спрятать? Это просто трэш. Самое холодное купание, которое только было, что побежал, вот без одежды ходит. Это реально прям холодно. Я тут в халатике, в угол замерзаю. Но море все равно спасибо за супер просто. Ощущения, эмоции, это дорогого стоит.
Ой. Надеюсь, что получилось снять там что-нибудь интересное. Ну давайте попробуем догнать отсчета, зато прогреемся. А так еще холоднее рукам. Пальцы отмерзают вообще напрочь. Но, как говорится, это просто нереально классно. Ощущения космические. С утра в чистейшей водичке. Задырнул даже. Я больше всего переживал, что не смогу. Но получилось. Я тебя догнал. Ура. Ну как ты? А ты даже майку не одел? А? Даже майку не одел. Сейчас надо. Начинает согреваться. А, ты еще. Потихонечку остынет и потихонечку согревается. А что вот. Ключи не забыл. Надеюсь, что... Пойдем сначала греться в машину, если забыл. Ну согласись же. Да, и водичка. Водичка чистая, но рыб не видно. Ну что, бодрого доброго утра тебе. Есть? На месте? Все. Всем хорошего дня. Кстати, ребят, тут раньше асфальт был. Прямо до сюда. Ух. Ну что, бодрого доброго утра, хорошего настроения, позитивных эмоций. Не повторяйте. Оно вам не надо.